6 декабря 1908 года родилась Герта Фрайтаг, австрийско-американская математица, профессорка математики в Холлинс-колледже, известная своими работами над числами Фибоначчи. Получила степень магистра Венского университета в 1934 году, заняла преподавательскую должность в университете. В 1938 году она и ее родители эмигрировали в Англию. Она устроилась на работу горничной, поскольку британские иммиграционные законы не позволяли ей въезжать в страну в качестве учительницы. В 1944 году она и ее семья переехали в США. Она снова начала преподавать математику в школе Грир в округе Датчет. В 1948 году она получила вторую степень магистра и докторскую степень в Колумбийском университете. Поступила на факультет в Холлинсе, где в конечном итоге стала профессоркой и заведующей кафедрой. В 1962 году она стала президенткой секции Американской математической ассоциации, став первой женщиной в своей секции, сделавшей это.